Эта игра представляет собой кооперативный экшен с элементами выживания и фэнтези. Эта игра обязательно придется по вкусу любителям мрачных приключений. Игрокам предстоит объединиться в команду из 4 игроков и отправиться в зараженный город, где местные жители были инфицированы и теперь делают все возможное, чтобы перекусить свежатиной. Ну а вы вместе с командой должны отразить атаку орды нежити, которые вторглись в средневековый фэнтезийный город Дарсбург и очистить его от скверны. У каждого из оставшихся в живых героев есть своя предыстория, уникальные навыки, которые дадут некое преимущество в бою. Одни персонажи обладают неограниченной силой, другие отлично управляются с мечом, третьи наделены смекалкой, позволяющей без труда решать самые непростые задачи. Эта четверка сможет сделать все. Они остались последним шансом, чтобы спасти планету от нечисти и остановить ее распространение. Двигайтесь по улицам города и уничтожайте всех противников, которых встретите на пути. Дарксбург оказался буквально переполнен ордами страшных монстров, которые стремятся поглотить все оставшееся население. Отыщите подходящее оружие, способное разбить армии живых мертвецов. Используйте любую возможность, чтобы полностью защитить улицы родного города и помочь людям выжить в этой непростой ситуации. Совершенствуйте свои навыки, используя полученные очки опыта, и прокачивайте своего персонажа. Мрачная атмосфера, враги, поджидающие на каждом углу, ожесточенные схватки и опасные ловушки. Что может быть лучше для заядлых игроманов, которые хотят проверить свои силы? Действуйте сообща, координируя действия команды, чтобы достичь максимальной эффективности. Атакуйте единым фронтом, в этом случае ваши шансы на успех значительно повысятся. А вот помогать выжившим будут такие герои, как сестра Абигейл. До ухода в монастырь Абигейл была капитаном наемников. Работы всегда хватало, но война – дело опасное, безрадостное и просто страшное. Абигейл рассчитывает на высшие силы. А вот Роза думает только о деле. Она охотится за объявленными в розыск с преступниками, и ей это нравится. По меркам почтенных граждан, эта женщина любит адреналин и драки больше, чем следует, даже по меркам Дарксбурга. Роза держит противников на расстоянии при помощи арбалета. Могучий Рунольф полагается на огромную поварешку. Он веселый гурман. Перебрался в Дарксбург с холодного севера, чтобы начать жизнь заново. С самого начала мора он помогает друзьям и незнакомцам, предоставляя им кров. И наконец Варах, просто заключенный оборотень, оказавшийся не в том месте и не в то время. Варах – пожилой волк, которого в равной мере боялись и ненавидели узколобые, злобные фанатики. Люди охотились за ним днем и ночью. Варах сумел их простить. Он не затаил зла и теперь пытается выбраться из города плечом к плечу с остальными. Правда ведь ничто так не объединяет, как зомби-апокалипсис. Выжившие должны переживать не только из-за зараженных орд. Игроки соперничающей команды берут под контроль мощных ревенантов, специальных мощных зомби с уникальными навыками, цель которой остановить выживших любой ценой. У вернувшихся есть численное превосходство, и они могут планировать коварные засады, чтобы попытаться остановить выживших. Ревенанты – персонажи, которые наделены уникальными способностями и становятся сильнее благодаря талантам и предметам. На стороне зла будут такие герои, как Палач. Он и при жизни не отличался нравом, а уж теперь… Скажем так, его теперь точно не позовут ни на одну вечеринку. Неуклюжая скотина, огромный и злобный грабитель с большой дороги, попавший Розе за пару дней до начала мора. Вслед за казнью его ждала куда более горькая участь. Горящая ведьма. Ведьм не существует, но людям так нравятся вилы и факелы. Похоже, эта дама затаила злобу на весь людской род. И, наконец, мастер воронов. Бывший городской почтальон, рассылавший воронов с письмами по всей округе. В своем последнем послании он предупреждал о начале апокалипсиса. Так что присоединяйтесь к выжившим и побеждайте полчища инфицированных, которые захватили город в режиме выживания. Или поверните свою спину к человечеству, вступите в гротескные ряды ревенантов и сразите выживших.